Нашли даже мою фотографию в купальнике. Но это все тема эскорта. Когда я в бассейн ходила. Там даже татуха-то нету особо. Ну, why not? Ну, конечно, история интересная. Особенно с густотой. Короче, мне иногда кажется, что я тупая. Но потом я в этом убеждаюсь. Сколько раз тебе говорила, не надо шутить над китайцами. Не шути над ними. Многие из них знают русский. Короче, как всегда, я какую-то шутку пыталась пошутить, когда мне китаец спросил одно место. Я начала как-то шутить, а он говорит, вообще-то я уже 15 лет живу в России. И я думаю, друг мой, я столько лет не живу в России, а ты уже живешь в России. Короче, я так же пошутила, и он обиделся. Мне сейчас совесть гложет.